К инспекторам ГИБДД сегодня присоединились и активисты из ОНФ. Они провели открытый урок для учеников 2 класса 15-й школы. Напомнили правила дорожного движения, как правильно переходить дорогу, ездить на велосипеде. А потом школьники вместе со взрослыми из ткани и светоотражающей бумаги сделали фликеры для своих рюкзаков. Светящая штучка, чтобы не попасть на дорогу, чтобы не попасть на машину. Они очень активны, уже знают и правила дорожного движения, и что мы видим, что у многих уже есть наклейки, да, что родители беспокоятся. Конечно, было бы классно, если бы у всех были бы такие наклейки,